Основную миссию мы свою сделали. Выгулили наш новый навигатор. января 2023 год. Мы едем. Куда едем? В сторону затора. Зачем едем? Проверяем наш навигатор новый фирмы Garmin. Вот жалко, его вот не видно. Но очень хороший навигатор, все показывает. Очень удобный. У нас до Гармина было что-то такое, что-то другое, я уже забыла. Какой у нас был, Костя, навигатор? BLO. Ага. Но он был уже очень старенький, много лет мы им пользовались, а вот тут вот Костя приобрел новый навигатор, очень хороший. Мы просто вот решили проехаться, чтобы его проверить. Ну как, Костя, ты доволен? Ну, пока да. Он красивый. Все видно. Все видно. Дороги. Все, все, все. Скорость показывает. Ой. Вообще, да. Ну, через телефон, конечно, плохо видно, но я вас уверяю, Garmin хороший. Купайте. Вообще сегодня такой хмурый день, но ничего, но не холодный. Вообще у нас теплая зима, конечно, в этом году. Проезжаем городок, обычный польский. Едем не спеша, оглядываем окрестности. Люблю ездить. Едем через лес. Жалко, что сейчас зима и все черно, а так было бы все зелено. Прям проложили дорогу через лес. Хорошо, сегодня воскресенье, машин мало. Да, Костя? Тебе нравится ехать? Наверное. Куда-нибудь да приедем. Приехали в затор. Стоим на рынке, остановились. Это центральная площадь. Сейчас пойдем дальше. Костя покурит. Прогуляемся. Вот тогда пешком приезжали и туда шли, на этот затор. Ага. По той дороге. Мы здесь были уже. Да. В этом заторе целый затор ленд. Ой, вот мы вот там уже мы его проехали, и тут продолжается. Ой, сколько здесь понастроили. Чего только нет, еще и дальше продолжают строить. Или это уже построено? Это что это такое? Это уже было. Уже вот было, это американские горки. А что они все такие какие-то? Ремонтируют там леса. Леса, что-то я не сообразила. Решили мы с Костей нигде не гулять, нигде не выходить. Вот так вот проехались. Сейчас остановились на заправке. Костя заправится и домой поедем. Основную миссию мы свою сделали. Выгулили наш новый навигатор. Garmin. Отличный навигатор. Все показывает, все говорит, все предупреждает. Очень хороший навигатор. Даже мне понравилось.